Всем привет! Сегодня в нашем обзоре вот такая вот угловая полировальная машина Interscol UPM 180-1300EM. EM это обозначает, что она, во-первых, регулируется обороты у нее, плюс один. И второй огромный плюс у нее то, что у нее идет электронная, как это, она поддерживает скорость вращение при нагрузке. То есть, если вы нажимаете, поставили там, допустим, я не знаю, на пятую скорость, нажимаете на нее, и она все равно продолжает крутить на пятой скорости. По поводу цены, я ее купил за 4600 рублей на данный момент. Так как пришло лето, я решил заняться своим автомобилем. Лето хотя и... Вот цена 4690 рублей. Покупал я в магазине, как же он называется-то, онлайн-трейд. Итак, что у нас сегодня в комплектации? В комплектации у нас идет журнал, каталог продукции от Interscol, всякие бумажки, упаковки, в общем, всякие инструкции. Это никому не интересно. Идет один диск на 180. Мохнатенький такой, который одевается. Он просто резиновый. Просто резина. Он вот так вот одевается. В общем, ничего хорошего. Как я понимаю, нужно покупать свои. Потому что это полная ерунда. Как правило, все, что дается, полная ерунда. Почему я не купил более дорогой вариант? Потому что Makita начинается, по-моему, если я не ошибаюсь, от 9000. И чтобы привести свою машину в порядок, вполне достаточно данного аппарата. Так, я сейчас отодвину, буду вот сюда выкладывать. Итак, это диск. Дальше идет еще один диск. Ага, этот диск уже у нас идет на липучке. Липучка, те же 180 липучка. Потом идут, смотрите, идут две шкурки на липучке. Мелкие, но такие нормальные. В общем, достаточно. И вот на липучке идет такая же подушечка. Практически только... Она лепится. Вот таким вот образом. Так, дальше. Дальше, естественно, сам аппарат. Сейчас мы его подробнее рассмотрим. И, естественно, попробуем. Ага. Тут еще идет... Они уже порваны. Шестигранник. Идет ключ для затяжки. И идет, что у нас тут идут, два болта. Два болта, это я понимаю, идут для вот этой вот ручки. Итак, тут у нас пусто. Переходим к более детальному обзору. Так, поехали. Ручка у нас выглядит, выглядит она у нас ужасно. Но, в принципе, она такая, знаете, на ощупь прорезиненная, что ли. И я даже скажу, что ну достаточно удобная, потому что инструмент весит 3 килограмма. Мощность у него 1300 ватт. Поддерживает он обороты от 400 до 2200. Так, вот как сама игрушка выглядит. Он, честно вам скажу, на самом деле достаточно увесистый агрегат. Вот, да, вот здесь даже написано от 400 до 2200. Соответственно, первая скорость у него идет 400 оборотов, вторая 600, третья 1000, четвертая 1400, пятая 1900 и шестая 2200. Так, ну пока все работает, пока все крутится. В магазине, естественно, я ее втыкал в розетку, она работала. Так, давайте прилепим эту штуку. Так, для удобства, наверное, она делается вот так или вот так. Наверное, вот так вот. Так, ну, судя по данным креплениям, мне кажется, она будет держаться, мягко говоря, посредственно. Сейчас посмотрим. Потому что, знаете, чтобы привести свою машину в порядок, платить 9000 сейчас, по-моему, смысла никакого нет. Так как эта вещь, я думаю, в гаражных условиях проработает достаточно долго времени. Я же не собираюсь сервис-центр
Так, вот закручивать вообще неудобно. На самом деле сделали. Смотрите, получается, закручиваешь ее через ручку. Как-то это совсем не айс. Так, ну, честно говоря, я не надеялся ни на что такое супер классное, супер хорошее. Так, она что-то ровно даже не закручивается. Так, ее, наверное, надо наживить руками. Что-то ничего не совпадает. Ну, я, конечно, у меня первый раз продукция Interscroll, честно вам скажу. До этого я вообще фанат DeWalt и Makita, но иногда люблю попользоваться Bosch. Особенно вот синие варианты. Но как бы тут просто, ну, опять же таки повторюсь, сейчас с деньгами не у всех весело. И такую цену платить просто, чтобы отполировать машину. Ну, допустим, две машины, да, жены и свою. Я вот сейчас попробую. Возможно, потом сделаю фото, как-нибудь дальше выложу, что у меня с этого получилось. Ну, надеюсь, что, в принципе, по отзывам все достаточно довольны этим аппаратом. Поэтому не думаю, что будет что-то новое. Для меня главное, чтобы он не развалился. Так, что-то очень долго это крутить дело. Чтобы она держалась. В этом плане, конечно, очень как-то они это не продумали. Ну, у нас такое ощущение, что вообще все делают не особо для людей. Поэтому по эргономике я бы поставил 3 балла из 10. Как-то все сделано очень сопливо. Так, ну опять же таки, вот еще один плюс. Можно быструю замену магнитиков, щеточек, всех дел. Так, тут идет вот кнопка защелка. Соответственно, когда мы что-то приворачиваем, она автоматически защелкивается. Круг я, наверное, буду все-таки менять. Потому что на такой, вроде как на 180, найти ничего не удастся хорошего. Или где-то, в общем, искать придется. В принципе, я этим заниматься не буду. Проще, по-моему, купить диск. Так, вот, видите, смотрите, так он крутится. Уже вместе с аппаратом, нажимая на кнопочку, бац, все. Вот она закрутилась. Все готово. Здесь, естественно, как всегда, кнопка пуска. Ну, в смысле, задержки. Клавиши вот нажали, хоп. Все, заблокировалось. Ну, что, напоследок давайте запустим ее, попробуем, как она действует. Так, сейчас у меня стоит на 400 оборотов. Вот, 400 оборотов, вот ее скорость. Можно помыть стол. Вот дальше идет. Так, вот я ставлю блок на 400 оборотов. Сейчас буду потихоньку увеличивать, смотрите. Вот это 600, 1000, 1400, 1900 и 2200. Ну, в принципе, все. Вот она опять проходит на 400 оборотов. Вот такая вот машинка. Какой-то звук у нее странный. Такое ощущение, что она в ближайшем будущем развалится. Я, честно говоря, особо в этом не сомневаюсь. Но будем надеяться, что она продержится. Можно спокойно пополировать машины летом на даче. Курок у нее такой прорезиненный. Очень, кстати, удобно. Но все, знаете, все сделано настолько похабно. Ну, в принципе, как, наверное, и всегда у нас. Здесь все параметры сделаны в КНР. Улица, ага, Interscroll Россия, Химки, улица Ленинградская, 29. Сделано в КНР. Так что советую вам брать вот именно с логотипом ЭМ. Иначе, как бы, будет очень, я так понимаю, вообще проблематичная вещь. Она будет глючить.
Так, а вот еще странная дырка здесь. Видимо, тоже можно что-то прикручивать. Возможно, ручка. Или я даже не знаю, что сюда прикручивается. Можно посмотреть в инструкции. Думаю, в принципе, ничего интересного я не найду, потому что инструкции как таковой-то и нету. Пока. А, ну вот, видите, здесь еще ручка. Не знаю, наверное, должна, не должна быть. А, это У-180Э ручка. Но она тоже не с той стороны. Так, в общем, здесь больше ничего нет. Зачем вот эта вот дырка? Честно говоря, я не знаю, потому что картинок нет. Эту штуку прилепить по-другому, в принципе, нельзя. Никак. Ну, такая вещь тяжелая, поэтому я думаю, вот это вот еще, видите? Я ее, конечно, не затянул достаточно сильно, но болтается она прилично. Поэтому, может быть, она даже, кстати, не особо и затягивается. Так, ну, так вроде, да. Вроде она и держится. Ну, будем надеяться, что все работает. Интерскол, не подведи нас. Все, спасибо большое. Если вам понравился обзор, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Естественно, я постараюсь на все ответить. Если вам какие-то нужны подробности, попробую его разобрать, посмотреть, все сделать. Спасибо вам большое. Все, счастливо. Всем пока.